На какую? На твою камеру смотреть? Да, нет, у него крупно будет. Так на Сашу смотреть? Да, на Сашу. Пишем, да? Пишем. На создание одного выпуска программы «Мастер своего дела» уходит не один день. Вначале идет подготовка к съемкам, поиск интересного героя, знакомство с ним. Сам съемочный процесс занимает 2-3 часа. Это кропотливый труд целой бригады – редактора, оператора, ведущего. Потом идет длительный процесс монтажа, но результат всегда стоит потраченного времени и сил. Когда передача только первый раз выходила, немножко надо было притереться, понять. В принципе, вся команда должна была понять, как надо работать. Сейчас по времени уже все намного быстрее и проще, когда рука набилась. И, соответственно, интересно, когда монтируешь, узнаешь очень много нового, много интересного, потому что каждый герой особен по-своему. У нас был и Дед Мороз, рассказывал свои истории, как он работает с детьми, и женщина, которая занимается с особенными детьми ипотерапией. Программа «Мастер своего дела» на Видное ТВ выходит с ноября прошлого года. За это время в передаче приняли участие 8 выдающихся профессионалов в своей сфере деятельности. Это люди, которые трудятся на территории Ленинского городского округа и стараются сделать его лучшим в Московской области. Новый выпуск посвящен медицине. Герой программы – врач-хирург Александр Пантелеймонов. Насколько вы любите свою профессию? Я, наверное, не смогу ничего другого делать. То есть сказать о любви – это ничего не сказать. Это, наверное, просто уже образ жизни. Это настолько все внутри, настолько связано, является неотъемлемой частью. И говорить о том, что люблю я ее профессию, не люблю – тут нельзя. Это, наверное, некорректно. Правильно сказать, что это просто часть жизни. Александр Пантелеймонов в Видновской районной клинической больнице работает с 2018 года. И в год он проводит порядка 400 операций. Герой программы поделился с нами нюансами своей деятельности, рассказал о новых методах оперирования и раскрыл секрет, что, оказывается, доктора тоже волнуются перед операцией. Что вообще чувствует врач, когда он делает операцию? Вы, может быть, сейчас уже, конечно, у вас и нет никаких ощущений внутренних, но поначалу-то точно они были? Ну, естественно, это чувство волнения, но которое прекращается с момента первого разреза. То есть здесь включается уже мозг, твердая рука, и нужно четко понимать, что ты делаешь, к чему ты стремишься. Естественно, стремление и акценты на конечном результате. То есть то, чтобы у тебя не было никаких в дальнейшем осложнений, ты уверен в диагнозе. И, конечно, бывают разные ситуации, но чаще это, конечно, стремление завершить начатое именно с нужным ожидаемым результатом. Новый выпуск программы «Мастер своего дела» с хирургом 2-го хирургического отделения Видновской районной клинической больницы вы сможете увидеть в эту пятницу, 21 февраля в 19:50, сразу после выпуска новостей на телеканале «Видное ТВ». Юлия Погосян, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. «Видное ТВ».